мои дорогие друзья, с вами я, Александр, и сегодня я буду играть в игру под названием Clash of Clans. Как вы видите, я собираюсь атаковать. Так, вот у нас противники есть такие, слишком такие жесткие. Так, вот такие деревья союз. Давайте выпустим муху. Вот так очистим. Очистим. Берем это. Король пошел на записку. Берем это. Ай, Вальки, вы совсем тупые. О, зашли. Троечки даем, давайте. Отлично, Вальки тащат. Вот это жестко. И вот Вальки идут. Не знаю, почему пики такие тупые, но когда их застреливает какое-то здание, они атакуют золото хранилище. Так, Вальки вышли за... Короче, не знаю, куда они вышли. Они вышли из центра и опять зашли. Гениально. Король вообще умирает. Два Вальки осталось. Нет. Вальки опять. Ага, все. Центр пошли, да? Так, осталось очень мало зданий. Ух ты! Мужик я тупо. Давайте... Галим, что ты делаешь? Тут вообще ничего нет. Делай, что хочешь, Галим. Да... Галим только что заходит. Ну это вообще. Окей. Давайте посмотрим, кого. Как сражались. Вот посмотрим это. И повторчик. Так, против него играет Артур. Старые драконы, первые короли. Выпускайте все на одно место. Так, немножко ускорим. Короче, издевается. Короче, тут все понятно. Просто фанится. Ладно, видео было очень коротко. Наверное, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!